Вітаю вас в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про творчу академію у Дніпрі. В нашій студії голова художньої ради при міському голові Дніпра Григорій Гельфер. Григорій Гельфер – заслужений діяч мистецтв України, голова художньої ради при міському голові Дніпра. Заступник голови комісії міськради з питань освіти, культури, молоді та спорту. Директор і художній керівник театру КВН ДГУ. Депутат. Має дві вищі освіти за спеціальністю математика та драматургія. Член правління Дніпропетровського відділення Спілки театральних діячів України. Голова Міжнародного благодійного фонду «Культурна столиця». Співавтор пісні «Дєтка, ета Дніпр», яка вважається неофіційним гімном міста. Хобі – риболовля. Улюблена страва – плов. Григорій, вітаю вас в нашій студії. Вітаю. Тож сьогодні ми зібралися з вами, щоб обговорити запуск експериментальної освітньої платформи у Дніпрі творчої академії. Тож, власне, ось 10 грудня відбулася вже презентація. Хочеться дізнатися, що ж відбувалося. Ну, там було кілька днів, це були такі дні відкритих дверей. І ще предполагається у нас один день, от в цьому році, це, там, по-моєму, 20-го чи 21-го, де будуть вже обозначені от, групи будущих студентів. А, ну, на самом деле, Дніпр дуже духовно и культурно богатый город, где очень много креативных, творческих людей. Но, по сути дела, вот своего учебного заведения, которое готовило бы специалистов в таких перспективных и востребованных жанрах, как арт-менеджмент, режиссура, кино, сценическое искусство. У нас, в общем-то, ну нет, ну я не знаю, там, по-моему, есть филиал Поплавского, я не знаю, там работает, он сейчас не работает, наверное, работает, но мне кажется, этого явно недостаточно. И вот возникла такая в недрах, значит, культурной столицы вот идея, чтобы создать в Днепре, ну, такая амбициозная идея, чтобы создать в Днепре Академию искусств. Тобто ну, у Дніпрі має створитись такий мистецький виш, так? Так, не так, просто от є да. Зараз на сьогодні існує коледж культури. Так, да, от є коледж культури, ми з ними в плотному співпраці. Інна Володимирівна Руткевич, директор цього коледжу, вона є дуже активним учасником процесу. І ми от собі поставили таку ціль. Понятно, що для того, щоб создати виш, это надо, ну, лицензировать специальность. Это такой достаточно непростой и длительный процесс. И мы решили, пока не дожидаясь этого, вот создать такую образовательную платформу, где люди, которые хотят, ну, чему-то научиться, пообщаться, значит, какой-то проект обозначить, они могут включиться вот в работу этой академии, Академия КУС мы ее назвали, и просто не дожидаясь, пока там пройдут какие-то лицензии, значит, уже соприкоснуться с мастерами, что-то послушать, что-то посмотреть и продвинуться, скажем так. Я знаю, що на презентацію цієї академії зареєструвалось близько 160 дніпрян. Да. І знаю, що відбувалось, так би мовити, анкетування. Да, да. Мали от саме власне бажаючи заповнити анкету і для того, щоб потрапити саме на презентації. Тож, кого запрошували? Хто долучився? Ні, на самом деле, прийти мог, ну, любой человек, который заполнил анкету, у которого есть интересы, он хочет стать режиссером, сценаристом или там арт-менеджером, который будет проводить какие-то фестивали, выставки или выходить на сцену. То есть вот люди, у которых есть интерес к этим профессиям. И творческий они, потенциал. Так, да, и творческий есть. Потенциал, ну, по крайней мере, они так считают. Вот они все могли, значит, прийти на эту презентацию. У нас есть сейчас вот обозначено три направления. Одно из них – это сценическое искусство.
Это направление курирует Владимир Петренко, заслуженный деятель искусства, это руководитель театра «Верим», очень известный человек и очень хороший режиссер, вот, имеющий опыт преподавания. Вот он будет набирать людей, которые интересуются прежде всего сценическим искусством, хотят стать режиссерами или актерами, или и тем, и другим. Ну, в общем, короче говоря, это их тема. У нас есть, ну, называем это киношкола, вот как направление. Это люди, которые интересуются, ну, производством фильмов, то есть как это делается, такой фильм-мейкинг. Вот. У нас здесь есть как бы несколько... У нас есть и Илья Свидлер, это вот человек, который, ну, уже имеет опыт, он и организовал фестиваль «Киновейшн», и, в общем, то есть он ведет эту тему. И есть Никита Лыськов, это аниматор, это очень талантливый, значит, художник, который создал уже несколько анимационных фильмов, которые, в общем-то, известны в Европе, и он тоже он будет набирать свою группу именно тех ребят, которые хотят заниматься анимацией. Вот. И у нас есть направление, это, ну, арт-менеджмент, назовем это так, это организация в сфере культуры. В сфере культуры. И мы тут привлекли в качестве куратора Влада Троицкого, это очень яркий и всей Украине, и не только Украине известный человек. Это создатель Гогольфеста, это Дах Абраха, это Дах Дотерс, это много других интересных проектов в сфере современного искусства. И вот мы с ним уже работаем не один год. Мы Днепр Гогольфест делаем с командой Влада Троицкого. Он тоже долучается до этого процесса. Поэтому вот мастера, которые курируют под направление, они будут более детально знакомиться с будущими студентами, будут отбирать группы, и после этого, ну, даст Бог, начнет работать эта платформа. Тобто відбір заплановано на цей рік? Да. В наступному році, в 2022-му, вже буде запуск. Да, вже буде запуск. То есть, і там предполагается, ну, как бы, кроме вот формата роботи в групі з мастером, буде ще цикл таких, ну, скажем, общеобразовательных, то есть история искусства, история кино, история театра, вот, которая будет доступна, ну, всем, кто поместится в этом зале. Это планируется вот концерт-холл Бубамара, где, ну, там 150-160 человек вполне помещаются. То есть там можно будет, как бы, еще и просто повышать свой образовательный уровень в серии искусства. Ну, як ви розповідаєте, досить цікавий, потужний такий освітній проєкт планується. А все ж таки, 160 дніпрян зареєструвались, тобто були на презентації. І тепер скільки ж людей плануєте обрати до ось цих творчих майстерень, ну, про які я ви розказали? Там не знаю, як рішать майстера. Ну, в принципі, я думаю, що в групі там може бути там, ну, 10-15 до 20 чоловік. От я думаю так. То есть, в принципе, как бы конкурс, половина, но это нормально. Напевно, да, да, ну, может быть, еще кто-то появится, но, в принципе, тут приобщиться к процессу, ходить, слушать лекции об истории театра могут все. А если говорить о том, ну, кто может достичь определенного какого-то результата, ну, как в каждом творческом учебном заведении, есть конкурс, есть какие-то, так сказать, критерии, по которым человек начинает учиться и выдавать какой-то продукт. Звісно. Ну, тож давайте поговоримо про критерії, це ж таки, за якими будуть обиратись. Ну, от я знаю, наприклад, що по кіношколі навіть там создавались якісь однокадрові фільми, є такий формат. І от буквально там 21 числа можна буде подивитися. Це як творчий конкурс. Ну, я не знаю, ви учились на творчій спеціальності? Ну, от, в принципі, как бы, ну, я в своє время, от коли поступал в литературный институт, это была моя вторая специальность, я просто сначала послал там пьесу, и мне сказали, все нормально, там, у тебя пьеса, ну, как бы, прошла, теперь уже сдавай экзамен. Поэтому здесь каждый человек должен показать свой творческий доробок, и тогда уже будет понятно, ну,
Можно, конечно, там и где-то как-то и ошибиться. Бывает такое. Но я просто думаю, что все люди, которые ведут наши эти творческие курсы, они бриллиант не пропустят. Чудово. Тож, до речі, давайте поговоримо ще стосовно презентації, на якій, власне, розповідали про майбутню академію і ще створювали ось такий практичний етап був створення, як ви сказали, вже ось цих однокадрових фільмів. Ну, наприклад, це в частині саме кіно. Да. Тобто, кожен з майстерів давав якісь завдання. Я зараз вам не скажу, які це були завдання точно, тому що я не був во всі дні. И, собственно, мне уже задание, наверное, выполнять как бы... У вас уже... есть властный досвид, ну, так, вы уже будете оценивать, да. Напевно. То есть, поэтому тут вот теперь, вот за это время, каждый из соискателей выполнит это задание. То есть, возможно, это какой-то там сценарный набросок, возможно, это какая-то просто идея. То есть, смотря кто чем хочет заниматься. То есть, для актера это, возможно, какой-то этюд. Понимаете, это, ну, это придумано не нами, это существует во всем мире в той или иной степени такая форма творческого конкурса. Чи знайомі ви, чи бачили ось цю спільноту дніпрян, які прийшли і хочуть все ж таки долучитись до академії? Тобто це молодь в більшій частині? Чи це дорослі люди, які, можливо, хочуть змінити свій фах, ну, на якомусь етапі? Попадаються взрослі люди, але, в общем-то, це молодь. І я вважаю, що це дуже добре, тому що іменно молодь повинна формировать, ну, вот, культурное лицо нашего города, потому что, ну, вот, сейчас у нас заканчивается переговорная процедура с Украинским культурным фондом на предмет получения Днепром статуса Великой культурной столицы Украины. Так, до речі, це наступне питання, оскільки ми з вами ще у серпні наче говорили стосовно цього. Тож, які новини? Ну, новини такі, то есть все идет по графику. В январе предполагается, что закончится переговорная процедура и будет подписан договор о том, что Днепр получает статус. Ну, по крайней мере, ничего не предвещает, что так не произойдет. Все ж таки Днепро на першому місці. Да. Кроме того, вот мы буквально несколько дней назад ездили в Киев, встречались с руководством Украинского культурного фонда. Есть еще одна тема. Это новая такая тема. Украинский культурный фонд, он започаткувал такую, значит, форму, как региональная культурная программа. То есть ее смысл в том, что, значит, город и Украинский культурный фонд заключают договор, и создается фонд совместный, где каждая из сторон вкладывает равную долю, равную там 20 миллионам гривен, чтобы было понятно. То есть вот если 20 миллионов гривен выделяет город, то 20 миллионов гривен выделяет и Украинский культурный фонд на проекты культурные, которые будут происходить в Днепре. То есть мы опять в этом смысле первые, и, в общем-то, я думаю, что это даст очень серьезный импульс всем проектам, которые у нас происходят. Тобто фонд підтримует тих, кто готовы выделять на культуру? Те города, где культуре уделяется внимание, безусловно, они оказываются в первых, которым помогает Украинский культурный фонд. Ми вже з вами говорили багато про культурні заходи, що, власне, у Дніпрі теж багато різних фестивалів започатковано культурних, і ви, я так розумію, теж долучались як автор ідеї. Ну, где была моя идея, где я поддерживал идеи своих коллег, то есть у нас такой коллективный творческий процесс. Тобто, судячи з новин, Дніпро буде ще більш культурне місто. Ну, я думаю, що не тільки судячи з новин, а судячи по тому, що відбувається в місті. Повернемося ще до творчої академії, Григорію. Тож, коли вона буде вже запуститься, коли академія вже запуститься, в наступному році, як ми сказали, січень, лютий чи далі, і скільки вона буде працювати? Ну, вона буде працювати в течение года. Значит, ну, я не знаю, там, січень или лютий, це ми ще, так сказати, рішаємо, залежить ще від всяких таких формальних вопросов. І це буде, ну, предполагається, що це 3 рази в неділю, там, по вечорам, ну, по крайней мере, во второй половине дня, значит, будуть люди ходити на
занятие. Скажем, тот же Троицкий, он будет приезжать в таком сессионном формате. Он приехал, там неделю поработал, значит, со своими студентами, дал какие-то задания, дальше в онлайне с ними поддерживает контакты, потом опять приехал на неделю. То есть мы хотим, чтобы итогом работы вот этого года, вот учебы в академии, были проекты, которые люди могут потом предъявить, и у нас, возможно, будет какой-то питчинг, то есть мы посмотрим, и, наверное, там самые достойные, не наверное, а наверняка самые достойные из этих проектов будут поддержаны программой «Культурная столица», то есть это может быть сценарий какого-то фильма, какой-то спектакль, какая-то выставка, какой-то фестиваль, ну, то есть, на самом деле, мы просто открываем вот окно возможностей для тех людей, у которых есть какие-то идеи, и они хотят их, ну, оформить и реализовать. І навіть, знаєте, напевно, от саме культурний фонд, так, да. Культурна столиця отримає ось цей конкурс більш фахових спеціалістів завдяки цій освітній платформі. Тобто ми вже зможемо, ну, працювати з підготовленими людьми, які, тобто ми можемо говорити о тому, що ми частично підтримуємо, або як, ну, по крайній мірі, ми вже підставимо плечо для тих, хто готов робити якісь яркі речі. Зрозуміло, досить цікавий такий проєкт, я думаю, який дійсно стане поштовхом ще для більшої кількості культурних проєктів у Дніпрі. Насправді, можливо, ви, як, я так розумію, один з авторів цього проєкту, власне, своєї самої творчої академії, кого ви запрошували стати кураторами цієї академії, от саме мультиплікатор, як ви сказали, театральний режисер, культурагент. Да. І, може, ще когось запрошували, хтось відмовився, хтось не зміг. Чи хотілося більш масштабної освітньої платформи? Ну, во-первых, ми працюємо в дуже плотному контакті з коледжем іскусств, і там є спеціалісти, які теж підключаться до цих процесів. Тобто це не єдині куратори? Ні, безусловно. Я просто назвав знакових людей, там, ну, которых мы предъявляем вот как лица такие. А на самом деле мы со многими разговариваем, просто, ну, я сейчас, ну что, это открытая система, поэтому я думаю, мы вот приезжал там в свое время Дмитрий Быков, да, значит, ну вот мы тоже с ним говорили, он говорит, ну вот приглашайте, я приеду, я прочту там, например, лекцию или цикл лекций. Мастер-классы. Да, конечно, то есть это будет открытая система, у нас есть много талантливых людей, которые могут, ну скажем, не вести курс, но они могут появляться там просто. У нас есть и в Днепре, скажем, уже есть какие-то, значит, студии, которые производят кино, там и Кукса фильм, и там Контрабас, и Ракета фильм. Ну, то есть есть какие-то, Наташа Хазан делает вот со своим мужем Евгением. Да, Титаренко делают тоже интересный фильм. Она тоже была, рассказывала о документальном кино. Это тоже тема очень и очень интересная, перспективная. Поэтому, на самом деле, спектр широкий. То есть мы открыты ко всем. Григорію, а скажіть, будь ласка, можливо, знаєте, в інших регіонах України, чи існують ось такі, такого плану платформи, можливо, про щось знаєте? Ну, я не знаю, чесно говоря. Я знаю, що в різних, ну, в больших там городах, там в Києві, в Харкові, є в Львові, є просто, ну, вищі учебні заведення, можливо, вокруг них там, так сказати, і формується така середа. А у нас, от ми решили, значит, мы берем колледж искусств, мы берем программу «Культурная столица» и начинаем вокруг них формировать такую же среду. До речі, цікаво, чи багато, власне, студентів прийшло до творчої академії саме з коледжу культури? Були, да. Я не можу сказати там з точністю, ну, звісно, були, тому що їм, ну, прежде всего, це цікаво, тому що вони... Это их будущая профессия. Формат майстер-класів в творчій академії буде і в офлайн, і в онлайн режимі. Да, конечно. Буде змішано, так? Да, конечно. Ну, будуть какие-то задания, безусловно. Но мы очень рассчитываем, что все-таки нас эта ковидная ситуация отпустит. И, ну, потому что, ну, живое общение очень трудно заменить
любым онлайном. Поэтому мы будем стараться к тому, чтобы люди общались между собой, чтобы они делились какими-то творческими идеями, mm-hmm. чтобы они посещали какие-то проекты друг друга. В общем, мы приложим все усилия. До речи, где базуется освітня платформа? Ну, у нас... Чи буде єдине місце для проведення інтенсивів? Ні, ну от концерт-хол Бубамара, как бы, это место, где будут учебные занятия. И, конечно, колледж искусств, который находится через дорогу и, по сути дела, рядом. Поэтому вот, ну, хотя у колледжа искусств есть же и театральное училище, где тоже есть и залы, и какие-то возможности. Ну, на самом деле, то есть... Было бы желание, место найдется. Ну, пока вот у нас как бы штаб-квартира – это Бубамара. Григорію, тож ми вже зазначили з вами, що Творча академія культурної столиці стане базою для створення нового мистецького вишу у Дніпрі. Конечно. Все ж таки, от, можливо, вже є якісь плани і розуміння. Коледж культури все ж таки хотілося б... підвищити до вишу? Ну, ні, ну, от, чи абсолютно нове? Ні, це буде ідея така, що коледж культури буде відкривати нові спеціальності, буде там, ну, в частності, от зараз йде вопрос о ліцензуванні спеціальності аудіовізуальне іскусство. Тобто, на сьогодні такої спеціальності немає в коледжі? Ні, і от ми хочемо, щоб вона була, тому що тема кіно, тема дуже важлива. От буквально недавно в Дніпрі була створена, ну, вона як бы на областном уровне, значит, кинокомиссия, значит, такая очень серьезная организация, это как бы там она по инициативе Андрея Курляка, вот Наталья Хазан, Татьяна Мазниченко, я тоже вошел там в правление этой кинокомиссии. Ее задача в том, чтобы, ну, создавать все условия, чтобы кино снималось здесь. То есть вот чтобы в Днепре был кинопроцесс. И поэтому для того, чтобы снималось здесь кино, конечно, очень хорошо, чтобы здесь были какие-то условия кадры, и кадры. Конечно, mm-hmm. кадры, потому что, ну, приедет, ладно, Спилберг, хорошо. Значит, ну, есть же там осветители, есть там монтажеры, есть там гримеры, есть там... Ну, это огромное... Есть актеры массовки. Ну, короче говоря, потребность есть в подготовленном... квалифицированном человеческом ресурсе. И в этом задача тоже стоит вот этой специальности. Тобто кінокомісія, от як ви сказали, да. вже створена на Дніпропетровщині, і завдяки вона саме формує і локації, і да, вона буде готувати ну як, вона не буде, ну вона буде готувати базу. Готувати базу, зараз речь йде о тому, щоб создати вообще паспорт нашої області. Чтобы было понятно, где можно снимать там какой-нибудь там фильм ужасов, а где можно снимать Нью-Йорк. Ну, то есть у нас все есть на самом деле. И какие-то там индустриальные, так сказать, локации, и какие-то уже продвинутые. Есть, все есть. И какие-то природные, тоже красивые места. Пожалуйста. Надо, чтобы нас знали. Так, и сегодня саме створюються ось ці бази. Ну, сейчас создается паспорт, так? Паспорт нашей области, значит, mm-hmm. вот, который будет разослан по всем, так сказать, ресурсам, чтобы все знали, вот на кинокарте появилась Дніпропетровщина. Mm-hmm. Скажіть, будь ласка, можливо, от, буде створено сайт, там, де будуть, звісно, розміщені ось ці локації і бази спеціалістів, чи планується цей напрямок? Да, конечно, ну как без этого нельзя. То есть должны понимать, что вот здесь вот. Ну и плюс, конечно, мы будем сейчас поощрять создание каких-то фильмов, каких-то сценариев, связанных именно с Днепром. То есть с Днепром сегодняшним, с Днепром прошлым. То есть, ну, как бы, чтобы вводить город вообще в контекст. Кінематографічні. До речі, ви знаєте, стосовно подачі на мистецький конкурс, так, грантовий конкурс культурної столиці, чи багато взагалі саме аудіовізуальних фільмів смотрите, подавалося тут, на цей конкурс? Да, в тому, ну, в цьому році. В смысле, ви маєте в виду іменно в нашому, в городі? Так, да? Так. В городі, так. Да, от ми підтримали, наприклад, ну, це було в прошлом году, от зараз виходить фільм, це фільм студії «Контракт»,
«Контрабас», там Александра Тесленко, вот они сделали такой детский фильм, там на Новый год обещают снег. Фильм уже, по-моему, там заявлен даже на какие-то международные фестивали. Потом Екатерина Стрельченко тоже делает очень интересные проекты, тоже берет какие-то, так сказать, и призы, там и фильм про Лося Гончара, и фильм про Поля. То есть, ну вот, как бы она очень... как бы очень бережно и очень системно занимается нашими земляками, вот, скажем так. Нашей культуры, да, выходит так. Вот, поэтому, ну, как би, работається. Зрозуміло. Тож, власне, Дніпро стає все ж таки все більше, ну, насичується, конечно, культурними, конечно, подіями. І, можливо, ви знаєте, ще поділитись, що в цьому році в фестивалі планується ще якісь? Так, ні. В смислі, в этом, в цьому році, так, так. Ну, в этом... Чи вже про наступний варто говорити? Ні, в этом году, от, я даже... ну, там ще буде академія, просто, ну, вже завершаючий етап. Потом, по-моєму, буде там, по-моєму, несколько там концертів в рамках Народної філармонії. А так, ну, от завершився архітектурний форум. А, ну, как бы вот сегодня, нет, завтра будет премьера такого мюзикла, вот, «Иллюзия Бродвея», в той же Бубамаре, кстати. А так, ну, ну уже же Новый год, понимаете, уже есть бюджетная... Треба завершати проекти, есть так? Бюджетная дисциплина, просто нам уже никто ничего не пропустит. Які в наступному році, можливо, якісь цікаві фестивалі нові з'являться, окрім тих, що вже існують? Ну, це довгий розговор. От я можу просто сказати, що є, наприклад, такий, ну, це не фестиваль, але це є дуже цікавий проєкт, от яким ми хочемо зараз зайнятися, вже там от приступили. Це, скажімо, ну, такий квест. Тобто, от це... значит, ну, как бы мы берем набор вот всех каких-то интересных локаций в Днепре, ну, связанных с культурой, это музеи, это там, библиотеки, не знаю, и для школьников, ну, и для членов их семей сделаем такой вот квест. Ну, например, надо пойти в такой-то музей, там сфотографироваться на фоне там бабы, значит, это не скифская, как они там... Каменной бабы. Да, так? Ну, каменной, да. Угу. Вот. Короче говоря, есть какие-то задания, набор каких-то заданий, которые школьники должны выполнять. Потому что сейчас, ну, интересным является то, что... Ну, вот, интерактив, так. Да. То есть они выполняют эти задания, они там, ну, создается некий сайт, то есть как бы можно туда заносить, ну, причем они, это должно быть подтверждено, что это было такого-то числа, что это не фейк. Там. Ну, короче говоря, есть там разные, так сказать, специальные форматы. Да, то есть, и мы запускаем этот культурный квест по всему городу. Вот, и, значит, те, кто... достигнут какие-то результаты, они получат какие-то, опять тобто, же, культурные призы. Это может тобто, быть... ще змагальний ефект буде? Ну, естественно. Причем это такие будут, ну, хорошие призы. Я не знаю, там, поездка в Лувр или там что-то, или... Я еще не знаю, это надо смотреть. Но я просто говорю, что это должно быть связано именно с культурой. Но, в принципе, мы должны просто сейчас вот все, что в нашем городе есть, ну, вот... выложить, залучити, да, Дніпрян, долучити, власне, да, до сказать, ребята, вот идите там, сфотографируйте то, прочтите, значит, вот эту вот книжку, которая там в библиотеке. Ну, короче говоря, ну, есть целая бригада, которая разрабатывает этот завдание проект. Осень, и я думаю, он может быть очень интересен, потому что, ну, мы должны сами узнавать наш город. Так, звісно. І щоб все було на часі, зараз інтерактивні ось ці квести саме для дітей, це дуже добре. Наприклад, от я з дітьми була в музеї «Машина часу», і там, да, вони розгадували цей квест, захоплені, ходили, і машини ознайомлювались, да, із історією. І у Михайла Прудніка, кстати, ми підтримуємо його проєкт, у нього є музей дитинства, значить, є прекрасний музей історії Дніпра, є музей лоцманів, який от-от заработає, є музей
музей Вадима Сидура, который вот открыли в 33-й гимназии. То есть есть много интересных, масштабных или не очень, но все интересные очень локации. И мы хотим, чтобы туда пошли наши именно дети. І я впевнена, що підуть. Конечно, такими цікавими ідеями точно. Да. Дякую вам, Григорію, що сьогодні прийшли, розповіли власне і про творчу академію, і взагалі про культурні проєкти нашого міста. Ну, спасибо вам, що пригласили. Дякую. Всього хорошого. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шахімат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. До побачення.